Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Команда, у нас, по-моему, здесь сундук созрел. Воу-воу-воу, 144 тысячи, не кисло, я тебе скажу, совсем не кисло. Воу, 216 тысяч. Хоу-хоу. Так, что мы будем с тобой делать? У нас два варианта, либо мы прокачиваем с тобой дизель до упора. Блин, дофига качать, если честно. Ладно, поехали. Так, максималка, да? Турбо. И сцепление. Я прокачаю все-таки этот дизель до фулочки. Ну что, ребята, поехали. Будем кататься. Большой воздушный кубок. Прыжки. Прям так написали. Прыжки. Что-то я не чувствую прыжки, я чувствую, что... Вот я вот заметил, ребят, прокачиваю вроде дизель, как хочешь лучше сделать, но почему-то становится хуже. Не знаю почему. Машина всегда должна лучше становиться, когда ты ее прокачиваешь. Но не в моем случае. Так, 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 есть. Стартанул вроде бы неплохо. Стартанул неплохо. Отлично. Первая позиция. Сзади почти на хвосте там чувачок сидел у меня, да? Получается. Вроде бы неплохо стартанул. Уху! Вот здесь надо было делать японский фляг. Согласись. Воу, сейчас я дурачусь, по-моему. Сейчас я тут додурачусь. Нет, все равно я первый. Фу, чудом, чудом, ребята. Так, ну что, мы получаем с тобой сундук, который я могу, видимо, сейчас сразу открыть. Но, поехали. Кубок Штормрайдера. Блин, это опять эта трасса. Ёк-макарёк. Да... На этой трассе я как-то не особо, ребят, хорошо гоняю. Да-да-да-да-да-да-да-да. Слушай, он меня обгоняет. Он меня обгоняет, но... Воу! Да что ты? Е, я все равно первый. Я первый, друзья мои. Вот так вот, он где-то там позади. Но я смотрю, что чаще вот эта вот машинка мне попадается на глаза. Скажем разом. Втопили. Турбину я свою потерял. Там у меня кто? Гюрки. Воу, 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 воу. Поехали вниз тогда. Хорошо, что не разбились. Тихо, 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 я тебе говорю. Мы лишились крыши, мы лишились с тобой нашего шлема. Так, стоп. Влупляем, влупляем, говорю. Слушай, получится обогнать? Эть, нет, ребят, все-таки третьим. Так, ладно, по очкам у нас что получается? 4. Ну, нам нужно с тобой вот эту трассу проехать уже идеально, если мы хотим здесь получить кубок. Ой-ой-ой, не успели. Не... Нифига там, чувак, ты видел? Как он так перелетел, объясни мне. Ну, у каждой машины свои, как говорится, да? Достоинства. Кто-то может прыгать офигенно. Кто-то может не переворачиваться. Вот этот взял, например, себе полет. У него, видишь... После там что-то приземления усиливается тяга. Ну, я же вижу колеса, какие у него там стоят. Эй, что вот это вот было? Это что такое? Дизель, это что такое? Я не понял, а? Это что за отстой ты мне тут вытворяешь? Да, ребята.
И тем не менее, я все равно первым. Я удивлен. Я удивлен. Так, давай-ка мы откроем, наверное, с тобой вот эти вот сундуки. Так, смотри, нам выпадает 2500 монет. Защитная плюс стартовый. Как-то так. Ну что, погнали дальше. 38 тысяч нужно. И тут 52 тысячи. Блин, тоннели. Не самые лучшие трассы для дизеля. Перепрыгивай давай. Упс. Да-да-да-да-да. Именно вот так вот все и происходит. Да кто там меня... я смотрю, Кэм, да? Воу! Да как так-то? Ай, друзья, вот это да, вот это финиш. Я вообще не знаю, как там. Нет, ну в принципе, я предполагаю, что когда перепрыгнешь, надо было назад откатиться и после этого уже делать разгон. А я наоборот делал разгон сразу же. Поэтому у меня ничего и не выходило. А, так это... опять же, ребят, подкол. У кого-то там уже двери подлетали, ты видел? Блин, вот это, конечно, не очень круто. Опа! Иди ты... Блин. Приехал первым. Чуть-чуть я не успел, ребята. Он там замешкался. Просто если бы я знал, что тут сразу надо вниз, я бы вниз, блин, и пошел бы. Не стал бы там выпендриваться. Тут, смотри, все как один. Прыгают без каких-либо проблем. Так, валун. Так, что у нас тут? Перелетаем это все дело. И опять теряем скорости. Перелетай ты это все. Воу, первые. Ну-ка, и по итогу. Мне интересует главный итог. Каким мы будем? Вторым. Эмиль на одно очко меня, ребята, обогнал всего лишь. Ну, ничего страшного. Блин, я ненавижу воду. Чертова трасса. Фига там. Но главное, один выбыл. Сразу же причем, друзья. Что случилось? А что это там было, это я не понял. Так, по-моему, выбыл второй, насколько я понял. Не надо. Давай, вот без этих вот. Что? Что? А как так получилось? Я что-то не понял. Почему он шею-то себе свернул? Я вижу, что там валун стал это падать. Так, этот где-то там застрял. Мы с тобой поползли почему-то. Никак все не по низу, а по верху мы поплыли. И тем не менее мы заняли первое место. Так, ну нам еще нужно будет проехать гонку одну. Давай. Нормально. Старт хороший, ровный. Смотри, этот не отстает. Прям, так сказать, на хвосте сидит у меня. Оу, там еще один какой-то на супер колесах примчался. О, правильно, застрял там, отлично. Прикинь, там чувак на мотоцикле просто перевернулся. Ну, как ты видишь, мы все-таки здесь первое место заняли. Так, вот это, по-моему, можно сразу открыть, да? Ну-ка, посмотрим тут награды. 2500, так, управление и ускоритель дым.
Ну что же, поехали далее. Магнитная цепь. Ну, то есть это у нас фабрика, завод. Ага, активировали. Оу! Ничего себе приколы. Чуть не разбился, прикинь. Нормально так. Чудим мы с тобой. Давай. Активировали. Сзади кто-то у нас на хвосте, прикинь. Кто-то едет, но я первый занимаю первую позицию. Там на ролике, нифига у него там разноцветная какая тачка. Так, пока лидируем. Это пока. Надо наверх, правильно. Оу. Я смотрю, эта машина в моде, что ли, сейчас нынче? Куда его там понесло-то? Вот на этих больших колесах. Ну, мне его не обогнать, почему-то он, ребята, здесь ускоряется. Ладно. Приехал я вторым. Ну что, еще у нас, да? Одна гонка. Пока мы с этим челсом на равных имеем очки. Сейчас мы посмотрим, кто здесь все-таки. Смотри, опять он меня обгоняет. Ага. Парнишка в скорости потерял, по ходу дела. Я лучший, друзья. Тут его ролика, я не знаю, он там, наверное, где-то врезался, скорее всего. Потому что его не было, он сзади меня шоркался. Так, откроем, да? Ну-ка, наградочки. 2500, управление и стартовый. Нам немножко осталось с тобой. И получим 3000 кубков. Так, деньги. События. Серво какое-то. А вот это что такое? Это сколько я получил этих? Гараж-повар. О, смотри-ка. Событие начинается через один день. Фига там такой демон бежит за ним. Прикольно. Так, ну я так понимаю, события пока недоступны у нас. Сундуков у нас 11 штук. Так, приключения. Где бы можно было бы подзаработать маленько денег? М? У нас вот тут гора, я вот на это ездил. Остальные трассы, в принципе, у меня все на супердизеле прокатаны. Поэтому давай, наверное, мы в горах тоже проедем. Так, да, пропустить. Умножение монет здесь особо, ребята, не влияет. Тут нет такого, знаешь, сумм таких, которые нам хотелось бы получить. Так, это мы с тобой побили рекорд предыдущий, где мы с тобой, видимо, на мотороллере ехали. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Рекорд почти 2000 метров у нас на этой трассе. Это на супердизеле, я имею в виду. Потом, я не знаю, там или разбились где-то, или бензина не хватило. Посмотрим, сколько мы с тобой проедем в этот раз. Сегодня еще будет, ребят, наверное, все-таки и первая часть тоже сниматься. Но уже, конечно же, на нашем третьем канале. Первую часть мы играем на третьем канале этой игры. Так. Сколько мы уже проехали? 700 с лишним метров, да? Так, тихо. Вот здесь уже не надо выпендриваться. Кирилл какой-то здесь был. Отлично. Едем. Так, дай-ка я горючку прихвачу. Оу, тихо. Да нет, ну какого лешего, ребят. Ну что это? Это, конечно же, обидно. Офигеть, я не могу побить рекорд, который сделал на вот этой своей обычной машине. Очень интересно. Так, давай-ка попробуем покататься еще. А почему я сундук не получил?
что меня интересует. Сундук должен быть через 200 там с лишним метров. По идее. Допустим, сейчас посмотрим. Вот, все, сундук один есть. Мы получили его. Так, сейчас, наверное, опять будут горы. Точнее, пещеры эти. Очень много потерял скорости, именно когда вот врезался. Сейчас проверим, что у нас тут получится. Ну да. Отчаянная была попытка, но... Ладно, выжили. Где-то здесь. Так, второй сундук получаем. Вот он, да? Вот здесь мы тогда в прошлый раз с тобой разбились. Ну что же, давай попробуем. Так, а это что у нас тут? Спуск? Спуск, и опять же, ребят, вылетели. Как в аэротрубу. Нифига я там вылетаю. Я теперь облегченная версия нашего супердизеля. Тихо. Не буду я здесь выпендриваться. От греха подальше. Не хочу я разбиться. Лучше проехать тихонько, да? Все, получаем третий сундук. Ну, соответственно, денег здесь будет мало у нас. Потому что, во-первых, умножения нету. Да тут даже с умножением не особо много тебе дают деньжат. Так, очередная пещера. Давай, 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 заезжай, заезжай. Молодец, красавчик. Тихо, не надо так. Сейчас есть возможность, ребят, побить рекорд. Если мы проедем с тобой каких-то там 400 метров, да. 400 метров. Фига, все в горку, в горку. Угу. А в чем приколюха-то? 250 метров. Какой-то прикол должен быть, да? Ага, здесь я проехал аккуратненько. Здесь, наверное, тоже какой-нибудь прикол. Нет, все нормально. Все тихо. А в чем тогда приколюха? Так, 80-70 метров. Вот сейчас что-то должно быть, ребят, такое зловещее, видимо, быть. Теперь я понял. Рекорд. Друзья, я побил свой рекорд. И теперь я понял, в чем... В чем была загвоздка, где мы с тобой разбились? Как раз вот въезд в эту пещеру. Ну что же, шикарно. Тогда давай ехать так же аккуратненько. Возможно, бить еще новые рекорды. Так, бонус. Горючее берем. Еще один сундук, того 5 сундуков общего количества. Опять пещера. Ребята, будем аккуратными. Угу. Вот, значит, что здесь делают. То есть мне нужно разогнаться. Фух, взяли. Причем очень аккуратненько я разогнался. Потому что я боялся, что там будет потолок, и мы об него врежемся. А вот теперь спуск. Смотри, какой крутой спуск. Могли бы сейчас, конечно, тут и перевернуться. Воу-воу-воу-воу. Так, полено. По нему мы проехали вообще идеально. Никуда нас не тряхануло, ничего не сделало. Друзья, скоро 3000 километров будет. То есть, ой, 3000 метров. Зря я, наверное, так сделал. Не разбейся только, пожалуйста. Фу. Аккуратненько. Тихо-тихо-тихо. Так, ну здесь можно, наверное... Ну не будем рисковать, будем потихоньку вылетать.
турбина. Повезло, что мне турбина, ребят, сработала. Поэтому как бы с помощью ее подгазовки я и смог заехать на эту гору. Воу, 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 воу. Ух, твою же дивизию. Ну, это, ребята, уже... это уже подкол был, на самом деле. Тут надо было на скорости вот так лететь, повернуть. Да. Так, ну что, смотрим. Ну и еще 5000. Я не знаю, ребят, как тут можно зарабатывать огромные-огромные деньги. Каким образом? Не знаю. Рекорд Билл Климбер. Так, километр два лес, 10000 метров со слабыми деталями. О чем он, я так и не понял. Так, ну что. Ну, события у нас недоступны. Вообще никакие. Поехал я тогда, друзья мои, дальше покорять мир кубков. Вот зря, зря. Упс. Нормально. Вроде не переборщил, да, все отлично. Да что ты будешь делать? Опять эта машина на своих... Первый! Е! Груда металла полетела там. Это моя шахта. Ну, шахта, конечно, не моя, но... Давай, давай, идеальный старт был. Ух! Нормально. Естественно, тут лучше так сделать. Кто опять там на спортивном каре едет за мной? Какие-то спортивные кары еще мог что-то тут сделать. Там что там сзади, непонятно, какой-то обвешанный весь чем-то. Погнали. Так, тут понятное дело. Это все дело перелетаем. Вот опять же теряем скорость, ребят. Но первые приехали. Так что фигушки им всем. Так, 10 этих мы с тобой открыли. Плюс 30 самоцветов заработали. Открываем сундук. Тут 5500. Здесь еще откроем. Ну, еще и здесь награду получаем. 2750. Так, у нас 43000. Это значит, что я могу... Нет, я, наверное, все-таки турбо докачаю полностью. Так, ребят, путешествие на пальцах. Я так понимаю, это у нас пляж. Но здесь лучше всего, конечно, ехать на багги. Насколько я помню, вы так писали. Потому что здесь песок. И тому подобное. Ну, автобус как-то же едет, автобус-то. Как же вот, когда он приземляется на эти возвышенности. О, смотри. Не, ну здесь, слава богу, вытягивает. Да ладно, мы еще и первым умудрились приехать. Шикарненько. Три раза нам надо здесь проехаться, осталось два. Втопили. Ох, здесь бы, как было бы прекрасно, если бы у нас был бы полет. Давай, 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 родной дизелек мой. Блин, вот эту воду надо было, конечно, как-то перепрыгнуть. Ух. Блин, это что? Слушай, ну, по-моему, мы опять первыми едем. Да. Мне нравится задний фон. Не знаю, там, залив, не залив, река, не река. Так прикольно. И пляж там сзади. Песочек, все дела. Так, ну что? 3, 2, 1, go. Да перелетает и вот это вот все, ухабы эти все. Нет, вот ты... На каждую эту прямо, а? На каждой кочке, любитель. Повтыкать. Нормально. Упс, подожди. А тут-то что? Иди ты. Вот так вот делаются дела. Учись, студент. Прикольно. Да, ребят, прикольно. 9 очков получаем. Еще сундук, который сейчас я
и открою. Заберем награду. Так, крылья стартовые. Кстати, стартовый. Почему он только для этой машины? А для моей типа он не годится, да? Слушай, у нас 311 кристаллов. Что мне за эти кристаллы, ребята, я не знаю, приобретать? Может быть, вот так вот их хотя бы потратить? Так, 10 тысяч в плюсе. И еще тут пяток тысяч. Нормально? Испытание на скоростных спусках. Три этапа. Ну что, прокачали себе полностью турбо. И надо нам еще три уровня вот здесь вот на сцепление. И все. И супер дизель у меня будет прокачан потом. Потом, ребят, мы беремся с вами за раллийное авто. Отлично, молодец, красав. Нифига, а что так? Почему он по этим колесам так еле-еле ехал, а? Объясни-ка мне. Воу, я просто прям залетел на этот финиш. Шикарно. Просто залетел. Опа. А это что еще за... Тихо, подожди. Да ёп, красоты. Да... Я же хотел передком врезаться. Блин. Летит. Ну вот, сам себя подосрал. И причем это все было, ребят, перед финишем. Представляешь? Глупость, конечно, сморозил я. Не знаю, почему у меня машинка не послушалась. Вроде бы выправлял. Ну тут вообще быстрые какие-то. Быстрые трассы. И, слава богу, я почему-то первым так и остался. Ну что, наверное, доедем с тобой до 18 деталей. Ой, пещера ледяного огня. Они непредсказуемы, ребята. Они и ветер здесь, и гейзеры. В общем, тут... Вот видишь, тут ветер. Вот. Вот сиди сейчас и думай, где я нахожусь. Да давай, ты едь ты спокойно. Ого. Это надо было обязательно сюда заезжать. Видишь, у меня покрышки какие находятся. Естественно, для льда, для снега. Поэтому ему и проще цепляться и подниматься по этим ледяным уступам. Только вот не пойму я другого. Где тут финиш-то все-таки? А? Финиш-то где, ребят? Вот он. Слушай, походу, да, я первый приехал, отлично. Мне нравится, что здесь всего лишь одна трасса. Фига у тебя костюмчик. Может быть, нам тоже, ребят, поменять уже костюмчик, в конце концов, а? Что скажете? Так, откроем вначале. А, этот нельзя, а этот? Хм, ну-ка. 10 тысяч ковбой, редкая. Прикинь, открылась. А здесь? 5 тысяч. Ну а тут еще 3 тысячи. Так, командочка. Рэй, так, не копи на розу ветров. Дракон всадники Олуха, потому что она не участвует в включениях. Лучше копи на другие драконы с календаря. Я понял тебя, Миша, понял. Не копить на розу ветров. Но если я не накоплю на розу ветров, она же у меня не будет тогда участвовать. То есть наездника не будет еще одного. А так наездники хотя бы хоть что-то добывают. Мне все равно эти руны некуда сейчас тратить. Вот как-то так. Ладно, ребят, давайте мы, наверное, набьем. Сейчас еще посмотрим зимний кубок. 38. Я уже думал, набрали мы с тобой. Нет, не набрали мы ни шиша. 38 тысяч, поэтому... Едем. А сколько же будет тогда стоить последнее улучшение этого сцепления, если сейчас 38 тысяч требует? Скажи-ка мне на милость. О-о-о, дрифтер. Дрифтер дрифтует. Ну хорошо, дрифтер, хорошо. Возможно, здесь тебе повезло. Посмотрим, что ты дальше будешь петь. Опа.
Ну там и ролейка, там что-то дофига всего. Оу! Потерял, ребята, очень много времени именно вот когда врезал. Не врезался, а приземлился неудачно. Но тут я сделал их всех. Приехал первым. Это же электроскутер этот, да? ККМ или как он там? По-моему, это он. А чувак тоже с турбиной был. У него отлетела турбина, а она отлетает обычно при идеальном этом. Я вниз решил. Пускай там наверху кто хочет. Опа. Ха, да подожди, ты же... Мне почему-то показалось, что он вроде как перевернулся и разбился. Там хруст был. Хруст. 8 очков, да, я получаю? 8 очков, друзья мои. Отлично. Разблокировать. Так, 2750 стартовый. Так, я, знаешь, что хотел сделать? Зайти... Да нет, не в приключения. Зайти сюда. О, бесплатно, магнит, надо прокачать. Кстати, у нас тут, ё-моё, ускоритель мощности для колес. Ой, куда ты? Эй. Вернись, я все прощу. А, тут можно что-то... Так, и это бесплатно, и это? Ну, наверное, что-то одно. Давай вот это прокачаем. Отличненько. Так, а вот это тоже бесплатно? Нет, это уже платно. Да куда ты убираешь мне его? 21 тысяча. Сцепление на снегу. Ускоритель. Я повышу. Я повышу этот ускоритель. Самоделка. То есть, подожди, сколько у меня? А, 1500. То есть я могу прокачать, да? Это же прокачать, да? Не сломать, надеюсь. Вау. Так, за 11 тысяч. Угу. Ну, а на это мне уже не хватает. Но, тем не менее, мы с тобой прокачали колесный ускоритель плюс стартовый ускоритель. Ну что, давай, поехали. У нас там еще чуть-чуть. Что там, зеленый кубок написано было? Зеленый кубок. Оу, ничего себе. Ты видел? Вопрос. Вопрос у меня. Ну вот смотри, ну вот что это такое за это? Я тебя умоляю, меня даже на финише просто обогнали. Да. Что он там активирует? Я не могу понять. Такой звук. Слышишь? Почему он проехал, как будто здесь никакого этого и не было? Трамплина вовсе. Да, машина, конечно, у меня вот по этим кочкам по всем прыгает. Это трэш просто какой-то. Фига он там уже ушуршал. Так, у меня сколько? У меня всего лишь 2 очка. У него 6. То есть я борюсь в данный момент уже не за первое место, а за... За второе, это максимум. За что я могу бороться здесь. Ты слышишь звук вот этот? Как он так настигает меня? Ну что, я не слышал, что ли, что у него там что-то, блин... А, так у него еще вон что, ребята, ё-моё. Я думаю, как он по воздуху-то летит? У него там турбины такие, вот они, видишь? Вот. Он парит по воздуху на них. Вот и все. Ну, слава богу, я получил хотя бы второе место. Не упал грязь в лицо.
Ну что, поехали. Первая передача. Вот мне кажется, на таких трассах вообще замечательно на каком-нибудь спортивном болиде кататься. Да? Так, аккуратненько тут. Вот кто-то говорил, приземляйся на заднее колесо. Кто-то говорил, приземляйся на оба колеса. Я приземляюсь на оба колеса, я не знаю, как в миску с Г, как говорится. Просто упал, как кусок металла. И все, ребята, он теряет сразу же скорость, все. Понимаешь? Сразу же. На переднее, на заднее колесо, когда приземляешься, тоже теряет скорость. Ну, на переднее, естественно, не получится приземлиться, скорее разобьешься. Так что я не знаю. Возможно, эти колеса, вот, на которых я езжу, они только годны для зимних трасс. Для летних они, в принципе, как бы нафиг не нужны. Так, заработали с тобой сундук, который, по-моему, сразу открывается. Нет, не сразу же. Ну что, у нас еще одна гоночка остается. И я хотел внешний вид поменять. У нас дофига всяких костюмов, шляп новых появилось. Что это такое? Так. Сыр. Так, можно здесь... Нет, ну, физиономия свиньи мне больше нравится. Ковбойчик, да? Ковбойчик. А тут есть... Подожди. Брючки есть ковбойские? Вот так вот пускай выглядит. Этих вообще ни одного нету. А это что такое? Это... А, это сет. То есть тут можно собирать полностью костюмы. И посмотри их сколько здесь. Да, и здесь очень много. Очень много. Нифига себе, с гитарой, какой-то там. Ну, ниндзя я понял. Но это, мне кажется, уже... Ниндзя, вот это, скорее всего, за премиум паки, которые даются. Потому что, ну, других вариантов их получить нету, как я могу понимать. О, вот видишь? В кочку врезался, все, потерял скорость. А тот, который я говорил, что там звук-то такой создается, он вот на этих вот турбинах там и летел. Поэтому он и перелетал большую часть вот этих преград, об которую я врезался и терял скорость. Вот и все. Ну, естественно, это все нужно прокачать. Это же не просто так, что купил и все. Даже... Вон, видишь, даже как-то... Нет, я первый. Уже там... На горбыля ехал. А вот это вот будет похуже здесь. Думаю, не надо никому объяснять, почему похуже. Так. Упс. Просто как торпедка вылетел. Замечательно, рейчик, давай. Давай, жми. И финалочка. Хорошая, идеальная, ребят, финалочка. Сыр на голове. Главное, что не плесневеет, а... Ловит контакт с пришельцами. Ну что, 18 деталей мы с тобой забираем. Ух ты, стартовый. Шикарно. Так. Ну что, давай, наверное, еще один сундук с тобой попробуем набить. Блин, вода. Ну, вода это не моя стихия, сразу говорю. Я даже не огорчусь, если я здесь не проеду. Вот нисколечко, серьезно тебе говорю. Что это там еще такое? Стоп. Фьюх. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это вот. Так, зачем мне наверх? Ладно, пускай будем наверху ехать, допустим. Слушай, тут, по-моему, одна трасса, да? Я так понимаю. Но длинная. Хорошо так заехал. Прям вот идеальненько, я бы тебе сказал бы. Финиш, я вижу финиш, ребята. Е! Фух. По-моему, да, да, одна трасса была всего лишь, одна гонка. Ну вот, ребятушки. Сундучок я зарабатываю. Ну что, ребята,
На этой ноте, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!